чести. Так, теперь уже можно заняться поиском снаряжения. А именно, я думаю, это школа медведя. Вот эти вот, скорее всего. Интересно, какой уровень там нужен. Может быть, 25-й. Посмотреть. И на 26-й уже грифон будет. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цирь. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Можно еще и в гвинт на Скеллиге поиграть. Я бы себе муфту сделала. А мне бы не слышно. Ну, вчера мы наделали. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. И плотва. Теперь помедленнее.
тебя поправлю. Не боись. Стойте! Давайте его! Разом! Как гнусный же ты.
давай! Здесь стоит осмотреться. Скотина! Как раз 25. Вон!
Шевелись, плотва! Становишься моложе. Ты должен передать свое знание. Должен лосось на нерест идти, а я буду делать, что хочу. Оставь меня в покое. Оставь меня, наконец, в покое. Да? В чем дело? Кто был тот миленький старичок, с которым ты говорил? Это Гремест. Он из нашего круга. Выдающийся алхимик и упертый зловредный осел. Что ж, я достаточно провел времени с чародейками, чтобы понять, что большая ученость обычно сопровождается еще большим высокомерием. Но чародейки-то берут учениц, а Гремест нет. Он столько формул знает, рецептов, способов усваивать самые убийственные токсины, но скорее заберет знания в могилу, чем ими поделится. Может, для меня он сделает исключение? Ну да. Скорее, у меня вот здесь амела вырастет. Царствует над морями и сушей. Ты звал меня? Ага. К счастью, мать природы не обделила меня голосом. Не то, что других. Видишь ли, один из нас, Эгель, вдруг онемел. Ни заклятия не помогают, ни эликсиры. Но, говорят, голос могут вернуть сильные чувства, переживания. Так что я подумал, может быть, ты... Я, конечно, заплачу. Дам тебе отличнейшую карту для гвинта. Можно попробовать, но я даже не знаю, с чего начать. Мне его что, напугать? Вот, да, да, именно. Напугать, разозлить. Что хочешь, только не причини ему вреда. Эгель обычно крутится у священного дуба. Бедняга, наверное, возносит молитвы о своем выздоровлении. Жестяная посуда. Она может наделать много шума, если в нее как следует крутить, когда он пойдет спать. Осиное гнездо. Может, получится его использовать для шоковой терапии. Молю тебя, Модрон, чтобы этот чертов кашель наконец прекратился. Молю тебя, Модрон, чтобы этот чертов кашель наконец прекратился. Молю
тебя, Модрон, чтобы этот чертов кашель наконец прекратился. Отцепись от меня уже, ты! О, нет. Я... Обет молчания. Все пропало. 3 года. 3 года ни слова, ни единого писка до сегодня. Я нарушил обет. Ты доволен? Я хотел по-хорошему. Ну так не вышло. Прочь с глаз моих, баран. Чтобы этот чертов кашель наконец прекратился. Да? А! Я отсюда слышал, как он вопил! Отличная работа, ведьмак. А вот награда, как я и обещал. Ну вот, пожалуйста. Борода до пояса, чувство юмора, как у сопливого мальчишки. Что-то зацвели, и пчел мало. Морозы были суровы. И вправду легенды не лгут. Дайте мне силы и мудрости. О, Фрейя, что царствует над морями и сушей. Дай мне терпение. Лот, я хочу с тобой поговорить. А я нет. Ты мне мешаешь. Приятный ты человек. Ничего подобного. Я стал друидом, чтобы не общаться с людьми. Не улыбаться, если не хочется. Не притворяться, что я кому-то сочувствую, если его беды волнуют меня так же, как еловые шишки. Поэтому говорю тебе без обиняков. Исчезни с глаз моих. А то как бы твои глаза не исчезли. Я хочу, чтобы ты поделился со мной познаниями в алхимии. Значит, ты собрался стать моим учеником. Вот это здорово. Может, еще спросишь у Дальрика, не поделится ли он с тобой землями с Пики Рога? Я серьезно.
Правда? А я вот посмеялся. Я посвятил алхимии всю жизнь, сынок. Буквально. Сидел над ретортами с утра до ночи. Задыхался от испарений. Обжигал кожу кислотой. Так что если ты думаешь, что я просто так отдам тебе знания, которые вырвал у природы за годы трудов, то ты ошибаешься. Могу я тебя как-нибудь убедить? О, боги! Ты назойлив как овод перед бурей. Я как раз готовлюсь к одному весьма трудному ритуалу, так что помощь бы мне пригодилась. Хоть бы и твоя. Если выполнишь три моих поручения, я возьму тебя в ученики. Ну вот, значит, все-таки можно. Не умничай, а слушай. Во-первых, принеси цветок Курослепа из лесов Морскогина. Во-вторых, раздобудь мне бутылку спирта из старой винокурни на Градовой горе. И в-третьих, убеди Фритьефа помочь мне провести этот обряд. Он друид, как и я. Ты найдешь его под Бландере. Кажется, он поехал туда по каким-то делам. Ну, так как? Цветок Курослепа? У него нет никаких алхимических свойств, кроме... Не учи отца детей делать. И нужен мне, кстати, не какой-нибудь цветок, а тот самый, из Морскогина. А там, если верить слухам, обитает лесное чудище, которое ревностно стережет свои травы. Лесное создание, которое ревностно стережет свои секреты. Что-то мне это напоминает. Спирт? Зачем тебе спирт? Как ты наверняка знаешь, мой потенциальный ученик, алкоголь является основой для эликсиров. И чем выше качество алкоголя, тем лучше эликсир. Этот спирт, ему просто нет равных. Это крепость, аромат. Только теперь его не достать. Винокурня на Градовой горе пришла в запустение. Но ты ведь что-нибудь придумаешь, правда? Ты же так уверен в себе. Этот Фритьев, кто он такой? Видермакер. Ты же не знаешь, что это значит, правда? Я еще обещал взять тебя в ученики. Видермакер — это друид, который умеет влиять на погоду. Может унять шторм, вызвать град... Сделать так, чтобы врага испепелила молния. Поэтому советую тебе по-хорошему. Обращайся к нему с уважением. Хорошо, я сделаю все, о чем ты просишь. Но скажи, что за ритуал ты собираешься провести? Если хочешь стать моим учеником, отучись задавать вопросы. Я буду решать, что ты узнаешь и когда. А теперь иди. Одна нога здесь, другая там. Пока я не передумал. Листья толстые. Поздно что-то зацвели. Жесткие. И пчел мало. Морозы были суровы. На Спикероге треть Борти не дожила до весны. Смотри под ноги.
пройдетесь по домам, захлопните окна и запрете двери. Не нравится. Да лучше ничего. Не должен. Давай, плотва. Приблуда. Эй, ведьмак, у меня для тебя есть предложение. Шевелись, плотва. Но. Быть может, это твой счастливый день. Хорошо потратить честно заработанное, тоже искусство. Посмотрим. Это правда, поэтому предлагаю сыграть партию в гвинт. Приблуда.
Ты Фритив? Верно. А тебя, ведьмак, как зовут? Как зовут? Приблуда, чужак, мутант. Но бывает и по имени. Геральт из Ривии. Ха! Человек, способный посмеяться над собой. Мне это нравится. Так что же я могу для тебя сделать, Геральт? Гремест призывает тебя к себе. Он хочет, чтобы ты провел с ним какой-то ритуал. Ритуал? Такое, что превратит его из пакостного козла обратно в человека? Я бы съездил к нему, хотя бы по старой памяти. Но у меня сейчас полно забот. Оглянись. Видишь, как высохла эта земля. Здесь не было дождя несколько недель. Трава на пастбищах увядает. Овцы падают от голода. Я должен привезти сюда дождь, но боюсь, что... Подожди, подожди. А ты мне не поможешь? Интересно, как? У меня много способностей, но вот погоду менять я не умею. А здесь нужен другой дар. Рубить мечом. Видишь ли, мать природа не любит, когда что-то отнимают у нее силы. Значит, нужно будет защищаться. И защищаться так упорно, что, пожалуй, мне пригодится защитник. Так что скажешь? Если ты потом поедешь к Греместу, тогда да, я помогу. Договорились. А теперь давай за мной. Самое время для небольшой бури. Приносишь в жертву животных? Лучше принести в жертву пару коз и овец, чем сжигать людей на кострах, как на большой земле.